В преддверии самого уютного праздника Международного дня семьи КЦСОН города Каспийска в ресторане «Бриз» организовал мероприятие для подопечных данной организации. Отпраздновать этот теплый и важный праздник были приглашены порядка 20 семей. Это различных семьи из различных категорий. Для них накрыты столы, для них организована концертная программа. Это мероприятие организуется с целью поддержки этих семей. Для приглашенных гостей была организована концертная программа с участием творческих коллективов города, воспитанников Дома детского творчества, а также заслуженных артистов республики. Подчеркнуть, что подобные мероприятия КЦСОН организовывает ежегодно. На этот раз колоссальную поддержку и основную спонсорскую помощь оказало руководство ресторана «Бриз». Завершилось мероприятие выступлением юных дарований и вручение подарков семьям.